Девчонки, всем привет! Сегодня я покажу вам, как я закрепляю разный декор на ноготках. Сегодня мы возьмем вот такие вот интересные пайетки, очень модные и очень они необычно смотрятся в дизайне. Берем черный гель-лак. У меня это гель-лак от Lovely. Кстати, сегодня я вам покажу, какие же цвета я приобрела в свою коллекцию. Черный гель-лак ложится в один слой. Вот такая вот кисточка для градиента. И топ без липкого слоя. Объясню, почему я использую именно этот топ. Можно, конечно, использовать любой другой густой топ. Я намазываю тоненький слой, немножко смачиваю кисточку и окунаю в декор. Будь то камефубики, пайетки или какого рода другое объемное украшение или декор. То есть тот, который мы прикрываем полностью, не касаемо страз, естественно. И выполняю вот такую вот незамысловатую растяжечку. То есть у кутикулы я кладу больше этих пайеточек, и к низу у меня их все меньше, меньше и меньше. Почему именно густой топ? Потому что они еще дополнительно утопают в нем, и не надо ничего бафить, несколько слоев топа, просто потом я перекрываю еще одним слоем этого же топа густым и просушиваю в лампе. Кстати, топ с UV-защитой, поэтому белый не желтит под ним. Итак, белый у меня ложится также в один слой. Вообще все гель-лаки, которые я приобрела, у меня получились в один слой. Наношу опять тоненький слой и беру этот же декор, эти же пайеточки, только черного цвета. Там они кругленькие, квадратненькие и разных размеров. Смотрится очень эффектно и интересно. Так, вот мы их опять утопили в топе. Обязательно взять густой топ, а не жидкий, потому что он сглаживает углы и позволяет вам не делать несколько слоев, и ноготь не смотрится таким объемным. Покрываем топом и просушиваем в лампе одну минуточку. Кстати, девчонки, хотела вам рассказать, гель-лаки Lovely лучше сушить подольше, потому что они очень хорошо пигментированы. Следующий цвет под номером 058. Такой нежный фиолетовый, очень красивый цвет, отлично подойдет на осень. Прекрасно ложится в один слой, хорошо самовыравнивается. Следующий цвет 052, небесно-голубой, нежный, красивый, ближе даже, наверное, к пастельным цветам. Тоже в один слой великолепно ложится. 046. Цвета по консистенции все приблизительно одинаковые, только один нежно-розовый, он у меня был чуть-чуть пожиже. Консистенция жидкой сметаны, поэтому этот гель-лак прекрасно подойдет для новичков, которые не так быстро красят ноготочки, чтобы он не затекал в боковые валики. Вот этот нежно-розовый цвет, очень красивый, очень аккуратный. Он стал фаворитом среди моих клиентов. Он также ложится в один слой, но на длинных ноготках может потребоваться два тоненьких слоя. И цвет под номер 019, нежный персиковый. На фото он чуть темнее, вот сейчас видно его конкретный цвет. Вот такие цвета и вот таких два дизайна у нас сегодня получились. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кстати, девчонки, хотела вам показать, как носятся предыдущие мои сделанные ноготочки. Многие спрашивали, что же у меня на правой руке. Вот у меня такой френчик и блестки. Все хорошо относилось. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Таня Best Nail. Всем пока!